Пока медики заняты лечением коронавирусной инфекции, подступает новая болезнь. В Россию уже пришел грипп. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре. Поэтому было принято решение начать вакцинацию от этой болезни раньше срока, еще до начала учебного года. В Кировской области первая партия вакцины поступит после 20 августа. За счет государства областные власти планируют привить 145 тысяч детей и 428 тысяч взрослых. В первую очередь вакцинировать будут людей из группы риска – школьников, студентов, медиков, педагогов и пенсионеров.